общагой. Что, не будем чекать? Спасибо, в общагу. Решалу надо чекать, ребята, как хотите. Я хочу, наверное, со скалы чекну, идите, пока я догоню вас. Окей. Ого, рюкзак, нихера себе. А, я забыл, надо же забрал одеть. Как забрал одевается кнопка? Н, Н. Принял, принял. Русская, да? Их только не хватало. Килла не вижу. Да, там килла ходит на таможне, да. Надо его забирать, ребятки. Я хочу новый калаш. Нафиг это решало. Да, ну ладно. Килла бегает, да. А где Саня? Можно вопрос? Саня в кусте, блядь, наверное, сидит. Саня, какой куст нафиг? О, контакт у меня с ЧВК. Говори координаты. Где? Да, как в Майнкрафте по координатам сейчас придем. Как там Y300, X200? Нету чувака. Я даже не слышу, чтобы Саня вообще стрелял. А, вот он, Саня, вот он этот. Да ничего. Я сок взял. Андрюха, я вообще-то прям за тобой бегу, если что. Пошли в трешку, да, быстро. Да где вы? Вижу все. Я с правой стороны двушки. Я тоже хочу трешку. Очень-очень хочу. Слушайте, Решаловский, походу, есть в двушке. Давайте обойдем двушку. Давайте в трешку сразу. Нет, нет. Сам ты, сука. Я через первый этаж пойду. Я пойду. На первый. Я на первом этаже. Все. Я на втором. Кто по мне стреляет, блядь? Не шумим. У меня тут залагавшие дики. Что, блядь? Это обычные бомжи. Ну, я думал, решаловские. А Данич, ты... Я первый этаж. Принял. Я ключ ищу у этого. Ключ нашел наконец-то. Он мне нужен был очень, ребятки, извините, проходной. А от чего этот ключ, кстати? От двери, которые... А чё, граната? Грина! Все нормально, это я кинул. У меня F рядом с G, ребят. Но я успел удрать. Чуть нахуй всех, блядь, нас не ебнул. Все нормально, не ссы. Ты со мной играешь. Мыло дать. На меня уже сегодня целых два раза покушения устраивали со своими гранатами. Горошек взял. Кстати, у меня, если вдруг сдохну, у меня там до хера всего, поняли? Что за ключ от проходной, ребятки? Да вон на входе есть этот, комната, ее открыть можешь. А, я пошел туда. Точно. Я захожу туда. Полный сейф. Сейчас. Ну, в трешке враг есть, мне так кажется. Сань, ты где? Я догоняю вас. Я там 104-й ключ нашел. Блин, мне везет вообще жутко. Пошли в треху. Да подожди ты, блин. СП-6, я херею. Ай, фак. Кого ты ебешь? Все, все готовы, пойдемте. Я, в принципе, тройку, да? Давайте, я... Я к тройке возле входа пойду. Кто через верх пойдет? Давайте через центр, я с вами. Через центр. Через центр. Я первый, тоже. Да? Нет, я первый. Я уже первый. Нет, я первый. Я первее. Нет, я первый. Я первее. А чё ключа нету? Чё за херня? Даже чекаем. Я лутаюсь, мне пофиг на всё. 203-м. А что за 203-й ключ, кто знает? Да говно ключ. Да, ну взять его стоит, да? Это шел от моей меченки. Слышишь, глушак работает. Тебе, блядь, не стыдно, а? У бомжа воровать последний винторез. Да на, забирай. На, забирай, я плюнул, да. Тьфу, блядь. Мы в трешку заняли, все, Саня. Я на первом пока. Саня, ты где? Я лампочку нашел, мне везет.
Саня, еще раз повторяю, ты где? Саня, ты где? Чувака убиваю, который вам в спину, блядь, входит. А в спину никто не заходит, мы в общаге, Сань. Я в общаге, Сань, третий этаж. От времянки хороший Кирилл, ключ, не? Отойди, а, с прохода, я палю, блядь, лес ебаный. Сань, давай еще раз два мы у тебя спросим, где ты, блядь? Я же сказал, я к вам иду. Откуда? Оттуда, откуда мы шли. Андрюха, от времянки ключ хороший, не? Андрюха, стреляй по всем, кого видишь. Если Саня убьешь, ничего страшного, он не знает, где он. Я к двухэтажке подхожу. Я знаю, как выглядит Саня. Вы в двушке, в трешке? В трешке. На балконе я. Так, понял, на... где еще наши есть? Я на первом лазю, короче, пока что. Забегаю на детскую площадку. Так, я на первом, контролю выход. Вот на кухне почти. Сантилиуса видел. Он у нас на детской площадке играет. От времянки, значит, отстойный ключ, да? Да. 15, 203. 203. Саня, с тебя инфы должно быть много. Пиздели бы вы поменьше еще, и было бы вообще замечательно, чтобы слышать, что происходит. Я возле выхода. Сань, заходи. На второй иду. Я на втором. А, точно. Надо же цепочки заложить, Андрюха. На третьем этаже на кухне. Микроволновку закладывай. Все, прикройте меня. Закладываю, блядь. Я стекло разбиваю. Мешается. Двоих я убил, плюс нас четверо, шестеро. Кто по дереву? Я лутаюсь. Видюху ищу. Если найду, буду матюкаться. И тебе банды дадут. Ах ты ж сапожник. DVD-привод. Он хороший, не? Ну, в смысле, нечем забить, забивать DVD-шками. Угу. Это мусор, если что. Понял. О, круто, я в крутой комнате. Только тут ничего нету. О, ЦТ. Вообще никого не вижу. Центральный процессор, это круто, да, наверное? Ну, 1015-20 стоит. А он, наверное, по заданию нужен будет. Так, все. Че, никто не идет? Вообще как-то скучно, вообще на таможне. Я сюда пришел чисто из-за задания. Да, я второй этаж лутаю, не убейте. Все, я заложил. Никто до никаких фулок даже не идет, блядь. Так неинтересно. Реально, подтверждаю, так неинтересно. Кто лазит? Все, враг, наверное. Херачь всех. Саня по центру между общагами. Мы на третьем. Где ты кого слышал? Да, неч. А? Ты где кого слышал? Первого знает. Где-то рядом кого-то слышал. Ну, примерно хотя бы. Ну, где-то там. Не, ну я не знаю, ребята, серьезно. Андрюх, тебе устраивает. А где Данич? А Данич лутается. А где Данич лутается? На втором этаже, не убейте. Не убьете или убейте? А что я вам скажу еще? Я прыгал. Я на кухне. На какой? Есть две кухни. А, второй этаж на кухне. Ящики лутаю. Вообще никого нет, блядь. Должны быть, Андрюх. Давайте посидим минут пять еще, ну что придет. Меченки хоть остался, а обглоданный бублик, не? Там был ВСС, я вам его не отдам. Грену кто-то закинул. Да. Это на меня кто-то закинул. Второй этаж? Второй этаж. С улицы кидали грена. Да, да, да. Это мне, скорее всего, закинули. Я все еще продолжаю ходить, чтобы шуметь, чтобы типа мне похер.
А ты где на втором этаже? На кухне же тоже, да? Не, возле кухни, но в другом месте. Где развилка? Все, все, я, не пизди, не пизди. Я к тебе пошел. Слышишь, это прилетела? Я ударил. Граната с двушки прилетела. Из кустов. Да? Это Саня, блядь. Я больше Саня, ты? Саня, не? Саня, ты я вообще проверил, Саня? На втором. Это я проверил. Я у тебя хожу, не убей меня, Данила. Принял. Слышь, блядь, стрелок ворошиловский. Ты сейчас БП-762 получишь? Да-да, конечно, конечно! Конечно. Конечно. Я заряжаюсь, а то у меня патронов мало. Также на третьем? Сейчас. Да, на третьем, на балконе. Блин, я такой херни взял всякой, вообще жуть. Мне стыдно даже. Не стыдись, ничего в этом постыдного нету. Изолента, ключ 203, ключ 203 второй раз, блин. А ну, сейчас Саньку гранату прокину. Не промахнись. Я его вычислить пытаюсь. Он в кустике сидит напротив. В каком? Вопрос, бушки. Тут кустиков много. Это же ебаный арсас, блядь, видишь? Меня... Так. Вот я вижу Саню. Где он? На водку, да? Привет, Саня. Вот смотри, горку видишь? От горки он. Так, Андрюх, Андрюх, я на третий поднимаюсь. Я на балконе сижу. Принял, я пошел Меченко посмотрю. Мы что пропустили? Надежда есть все равно. Блин, вот пылесос, хрен что найдешь. Я на третьем. Я на третьем. Вижу кого-то. Вижу уебище! Go in slam. Go! Let's do it! Depressive fire! Здесь у нас... Carry on, guys! Push it! Push it! Push it! А что тут можно лутать? В этой комнате. Сейчас тебе в жопу пушить, пушить будут, блядь. Пушит, пушит. Ну что, мы тут все тогда... Пойдемте куда-то в другое место. Брак. Я на балконе. А где Саня? Ну, один. Что-то я его не... А, вижу, все, вон атака. Сань, тебя атака выдает очень сильно. Да, кстати. Я и заметил, что ты 5 минут меня увидеть не мог. Кирилл, запрыгивай на крышу. Как? Давай. Да, либава свою опусти, а. Давай я тоже попробую. Давай. Как там, вот так надо? Давай я запрыгну. Встань в двери. Со стройки в дырку. Вот так, да? Снайперский, блядь, ты нас уйдет, он как там коридоры. А! А! Что? Что? Где я? Где? Где я? Да на крыше ты успокойся, наркоман, да, блин. А! Хуя себе! Че сейчас было, блядь? Тихо, тихо, тут блин, кто-то есть, тихо. Тихо, Дики, ЛСП по-моему. Меньше надо использовать. Дики, по-моему, здесь где-то. Вон там в том Саня направлении. Да ну, Саня, точно Саня. Подсади меня еще раз, Кирилл. Я почти залез. Да, я видел, блин. Внизу никого нет. Вон. Нет никого из них. У тебя рюкзак, он большой, сука. Давай я, наверное, встану. А! Давай я встану потом, наверное. Провесь надо. Сейчас его носу сосну. Да, вот так вот стой, стой. Да что? Кто, кто, где, говорите? Ты не решала стрелять, слышь? Пошить, разберемся с ним. Ладно. Нет, там, это, взрыв... невидимость, там потолок там невидим. Да слышите, там там взрывов очень. А кто в кустах, слышите? Это я ходил. Я, короче, возле машин, между первым и вторым этим. На видимости. Прямо дикий ты, Тарас! Like in the movie. Нету смысла, там если бы решало было, он бы гранат очень прокинул. Шалы нету, я заправку чекаю. Ну что делаем, рассказывать? Ждем, здесь сейчас будут проходить мимо. Тогда опять трехэтажку идти. Пошли, ну, я на стройку. На стройку пошли воевать. Кончики все. Стройку.
Это я, не убей меня. Убить тебя. Убил. Застрели, ебать. Где вы? Я не вижу вас. Второй этаж. Или хотите на выстрелы, можем сходить. Давайте подождем, мне кажется. Я на первый пошел. Я на первом. На втором с Андрианой. Андриана Чилинта. Да, ну. Я на первом. Ля-ля-ля. Череп золотой. Слева движение бокового входа, Данич, встречай. Принял. Какого именно? Там я на третий этаж или на второй этаж? На первый этаж пошел. Данич. Трехэтажка или двухэтажка? Где кого убил? Я на первый этаж иду. И осторожнее. Да, вон, т, вот отсюда, видишь, Дики. Да, я его лутану. Мне надо лутать по этому. По фэншую. Да, и пусти. Мосинчик. Мосинку надо забрать, ты чё? Я на улицу. Принял. Смотри, там кто-то есть, полюбак. Да? Угу. Нихуя. Я тебе дверь закрыл. А СНБ круче, да, патроны? Ну, два броника могут одновременно прошить. У нас опыт с этим есть. Принял. Вас ЛПС-кой тогда убили. Точнее, не вас, а Саня. И Артура. Я в магазинчике сижу. Кто хавает у меня прям по духам? Что? Так, все. Это. Кому сок я скинуть? Ребятки, кому сок кинуть, а? Я на улице тоже. Я тоже. Я рядом с магазинчиком белым. Принял. Я возле пошли выхода. На пошли. На стройку. Саня, мы на стройку идем. Скучная таможня вообще. Фу, блин. Говно не карта. А на этот пойдем резерв, не? Не-не-не-не-не-не, ну нахуй его. Эти странные 30 кадров, я ему нахуй. Задание сделать. А на резерве ты вот зайдешь, ты хер выйдешь. Снайпера. Выходов нету. Снайпера смотрите. Че, снайпер есть? Не, ну если есть, то смотрите его. Ты уже напугал, блин, есть будто снайпер. То есть не стрелять, а смотреть на него? Да, а да, да, да. 30, сука, кадров, 3 цели. Какой? У меня полтишок сейчас. Какой же медленный, а? О, я знаю, куда я пойду. Тут вещички есть. Вещички. А вещички? Вещички, да. Нифига себе, даже никто тут не лутался. А что такое маргарин? Это крутая штука, не? Вкусная. БПшки хорошие патроны, не? Да. Такой себе. Ладно. Говно жопа. БПшки нормальные. Бронебойный патрон. Так, а но маргарин вместо чего брать? Да. Скупщик мой хуйный. А вармега? Вармег что такое? Это экспансивные пули на М4. Которые, блядь, нихуя не убивают. О, Хантер стреляет. Где? Не знаю, со стороны заправки. За забором это стреляет. Идите сюда, я вас жду. Я пока лутаюсь, я не могу без лута. А где Андрюха? Где Даня? Я иду сейчас. Андрюх, ты где? Так, я возле этой цистерны. Где вы? Самый. Андрюха, у тебя какие заряжены? Андрюх. В плане какие? СМПшки? Да не ФСВД, а ФМП-5. Трассеры? А ну давай. Что килу не будем убивать, не? С расстояния только, чтобы точно не пробило. Забрала, попробуй. Один выстрел. Давай. И? Я тебе стрелял, у тебя сквозь голову трассер пролетел. Убил не. Где? Меня не убейте. О, мосинка крутая. Так, дай-ка я сейчас патроны. Блять. Тебе показать, что за дырка у меня на всю лесу? Просто скрин чекай.
Я обосрался просто. Самое главное, что у тебя отверстие в самом верху шлема. Мне так нравится, знаешь, типа красиво выглядит. Чё, куда пойдем рассказывать, а то я как дурак. На выход. Чё-то здесь ни хера нету, никого нету, блядь. Подверстие. Следующая катка в лес пойдем снайпить. Да, я в лес хочу, мне в лес надо. Но я всякое говно возьму туда. Мне тоже в лес надо, типа, заложить цепочки. Шли костер. А мне надо этих диких поубивать всех. Андрюха, о, короче, только все берем глушители, пожалуйста. Там в лесу глушители мешает. Тут топорист. Дай-ка я его смотрю. Блин. Мой жетон. Твой-то твой жетон, но я не успел его забрать. А он, наверное, умер такой. А, костер, пойдемте на костер. Его дикарь убил. Мы на выходе, Сань. Я на выход тогда, все. А, потеряно соединение с сервером. Я на выходе. Давай Андрюху, короче. Ладно, все, ждем. Где Андрюха? А, есть идея, можем на выход его дотолкать. Давай. Толкай, я смотрю по сторонам. Костер его только главное не затолкать. Давай, костер его затолкаем. Да, вообще не проблема. А где он? Я его не вижу. Сейчас я его толкаю. С моста его толкну. Как в спарке это делали, да? Мы его сожгем на костре лучше. Да, жертву принесем. Богу Таркова, да? Бандисту. Буянову. А он так сможет выйти, Андрюх, ты так сможешь выйти? Да, да, давай подходим, толкай его. Не надо меня, у меня забагается выход, и я не смогу выйти. Еще лучше сделаем. Да. Это лучше, чем от костра умереть. Все, мы в костер тогда тебя кинули, Андрюх. Кто, кто? Минусанул, в спине враг был. Принял. Мне хорошо прошелся. Да мне тоже. Блин, мне надо было крыть, это я виноват. Где он? Показывай. А вон, это как. Откуда я Андрюху толкал в кустах? А. Жетон мой. Согласен, но остальное мое. А чё за калаш, мне интересно? Еще один, еще один. Принял. Саня, это ты? Саня, это ты, Ляш? Да, 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 я. Слышь, я калаш забираю, Мосинку ему оставляю. И под сумок, наверное, заберу. Без инфы, без ничего пришел такой, я его чуть не завалил. Сань, если я тебя убью, ты не обижай. Слышь! Раз. А у него это... Болты есть, они мне нужны как раз. Да забирай. Привет! Вот я вовремя Андрюху оттолкнул, то был бил. Прям больше, чем убил. Ну кто жетон стырил? Я не трогал, Сань, честное нет. слово. Вообще не вру. Отдай жетон. И калаши я тоже не брал, кстати. Саня. Я уже вышел. Я патроны потратил на это. Мне нужно их окупить. Смотри, как у меня красивый трассер летит. Ну ты мудак, Саня. Кстати, рисунок отдачи все время одинаковый. Вот реально пидор. Все, на выход, да? Да. Да. Я на выход все тоже. 5, 4, 3, 2, 1. Болтов набрал хоть. А вы знали, что Саня пидор? Что он спиздил мой жетон, блядь? Он и калаши украл, кстати.